Дождливый осенний день, не самый комфортный для прогулок, оказался благоприятным для посадки сибирских деревьев. Во влажной среде они приживаются лучше. Молодые специалисты СХК, создатели будущей кедровой аллеи у Стеллы на улице Ленина, реализуют свой экологический проект поэтапно. Первый год, когда у нас появилась идея создать кедровую аллею молодежи, мы первый год посадили здесь кедра. Получили разрешение в администрации, нам выделили вот это место. Здесь мы посадили 22 саженца. На следующий год сделали собственноручные лавочки, тоже с разрешения города, администрации города установили их. Также подсадили новые кедры, подстригли траву, убрали мусор. Ну а сегодня, вот как видите, развернулась такая масштабная стройка. Ставим ограждение для наших кедров, чтобы это все было облагорожено и красиво. Ограждение – это дополнительная защита для саженцев прошлых лет, которые пока едва выше травы, она действительно необходима. В этот раз для новых посадок выбрали уже подросшие кедры, которые сложно не заметить и повредить случайно. Сегодня, пока мы их только подготавливаем, сейчас мальчики сделают разметку, куда мы посадим, и будем уже садить. Я со школы участвовала в таких акциях, поэтому сколько деревьев мы посадили, мы из ОМО уже садили, и возле Олимпии, и здесь, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому нашу кедровую аллею надо ставить, чтобы она была гордость. Новая аллея – это еще и творческая среда, где, например, некондиционные кедровые бревна с помощью бензопилы и шлифмашинки превратились в оригинальные лавочки. Чтобы северчане полюбили это место и приходили сюда отдыхать, шефы аллеи молодых атомщиков будут воплощать здесь и другие замыслы.